Пару дней назад российский спортсмен Даниил Медведев поднялся на первую строчку среди мужчин-теннисистов. У Даниила в Инстаграме всегда стоял российский флаг после слов «профессиональный спортсмен», но с недавнего времени Медведев его убрал. Победитель открытого чемпионата США 2021 года решил изменить свой профиль. На скриншотах вы можете увидеть, что ранее в описании профиля Медведева был флаг России, а теперь его уже нет. На пресс-конференции на турнире в Акапулько Медведев сказал, цитата, «Будучи теннисистом, я хочу продвигать идеи мира. Мы играем во многих различных странах. Я был во многих странах еще на юниорском и уже на взрослом уровне. Мне сложно слышать и видеть все эти новости. Я полностью за мир».